21 участок Мурманск-Магадан, трасса Колыма Р-504. Дорога идет вдоль реки Дыбин. Заеду в поселок Дыбин. Случайно попал в зону спецобъекта. Там увидите на видео реакцию охраны. Ну а потом в самом поселке хотел купить рыбу мясного производства. Все-таки река Колыма рядом, река Дыбин. Но мне продавец показал на прилавок, где было в вакуумной упаковке семга и прочее, не знаю чего производства. Ну то есть местной рыбы в поселке нет. Все завозное. Вот эту рыбу, которую предложили в магазине, можно купить в любом городе России. Ну вот. Ну, смотрите в конце, слушайте разговор. Я думаю, может, интересно будет. Расстояние на показания на спидометре.
правильно сделал снимок. Ну, подобные моменты, как сказать, композиция скалы и как уже были, это другая река. Более-менее точно показывает, где поворот, где какой-то зигзаг. Интернета нет, и вот у него эта серая полоса.
заеду, может быть, в магазин есть, да. Поверните направо, затем держитесь на линии. Маршрут перестроен. Поверните направо. Сейчас смотрю. Что здесь? Магазин. Магазин надо на это хочу найти. Ну я не знал. С Якутска. А... Вот выезжаете налево, и вот там вот увидите большая улица, и увидите дома стоят. Вот это вот там магазин. Все, понял, спасибо. Я извиняюсь, я не знал просто. Да. Даже хватит, пожил-то. Да. Уезжай быстрее, тут золото. Через 100 метров поверните направо. Нет уже. Поверните налево, затем поверните налево. Заехал бы и очередь не прошли бы. Ладно, заедем, посмотрим, что здесь. Охрана, золото. Где же оно? Дороги у вас такие. Вы ушли с маршрута. Держитесь левее. Затем держитесь левее. Так, вон там что-то такое есть. Извините, вы не подскажете магазин? Раз, крутой два, поворот там три. Так, вот этот магазин. А, все, понял. Батя, спасибо. Есть курить, а? Здесь проблема с куревом вообще. Так. Тут... Проедем здесь? Да, да хотел попробовать вроде бы рыбу, говорят, тут можно купить. Кого? Рыбку покушать. Ну, не знаю. Нету рыбы в магазине? Я просто не знаю, я не хожу, не отовариваюсь. В Магадана едешь? Или в Магадан? Из Москвы. Из Москвы едешь? И как там в Москве? Там хоть рыба есть, блин. Не в одном магазине сигарет. Нет, а этот, покушать вяленую, копченую. А, там сейчас разгрузка идет.
ну сюда зайди. И еще. С этой стороны или с этой? Да, нет. Все ясно, спасибо. Давай. Я зажигалку не дал, а передал. Прикурю. Кстати, ваши здесь у нас работают. Спасибо. Нет, на кого зажигалка-то есть. Так. Вот так вот. Город Дыбин, это город, оказывается, как я вот проеду. Это магазин. Ладно, в прошлом магазине тоже. Поверните направо, затем поверните направо. Нету нифига ни рыбы, ни копченой, ни вяленой, ничего, ни сигарет нет. Вернулись на маршрут.
Такую рыбу и в Москве можно купить. Импортная. Рыбы нет. Импортная хрень какая-то лежит, которая в Москве завались. А здесь ее нет. По крайней мере, в магазине. Достал уже, честно говоря.